Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки Развивашки. И сегодня у меня для вас сюрприз. Сегодня мы будем играть кошечка и Бубу. Смотрите, какая она красивая! Кажется, нашей кошечке самое время принять ванную. Давайте мы ее поскорее искупаем. Ребята, а кем вам больше нравится играть? Котиком Бубу или розовой кошечкой Бубу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Побольше пены, чтобы наша кошечка стала чистой. И хорошенько смоем водичкой. Теперь хорошенько вытрем ее полотенцем. Обязательно нужно ее расчесать. Не хочешь чистить зубки? Кажется, наша кошечка очень-очень голодная, ребята. И нам уже пора сходить в магазин. Возьмем яичницу на завтрак. Лапшу. Картофель фри. Бубу очень его любит. Твердый сыр. Курочку. Возьмем пиццу. Гамбургер. Суши. На десерт возьмем побольше сладенького, мороженое и пончиков. Обязательно возьмем напитков. Ну вот, ребята, у нас уже полная сумка продуктов. Ну что, кошечка, держи яичницу. Твой любимый картофель фри, твердый сыр, рыбку. Сейчас я тебе подогрею курочку. Держи. Где же наши десерты? Что-то Бубу не хочет пончиков. Она хочет пироженка. И еще стаканчик сока. Ну вот, я смотрю, ты уже наелась. Сейчас мы немножко уберемся. Мы получили новые награды. Бубу, кажется, у нас потек кран. Давай его починим. Вот так. Что-то, кошечка, ты у меня совсем загрустила. Не хочешь немножко потанцевать? Вот так. Все равно грустно. Давай тогда сыграем твою любимую игру. Будем ловить мячики. Лови! Отлично! И еще зеленый. Ой-ой, мы пропустили один мячик. Лови синенький. И еще один фиолетовый. Отлично! Молодец! Осторожно! Это колючий ежик. Его нельзя ловить. У нас осталось всего одно сердечко. Лови синий. Умничка. Убегай, убегай. И еще один еж. Ребята,
А какой рекорд в этой игре удалось установить вам? Напишите нам в комментариях. Давай, Бубу, может, нам удастся установить новый рекорд? Красный клубочек. Осторожно, еще один еж. Убегай, убегай. Ого, сколько их разбегалось. Где же наши клубочки? Ну вот, и у нас последнее сердечко. Ну что, ребята, сегодня нам удалось заработать 365 очков и установить новый рекорд. Давайте вернемся в дом нашей кошечки. Ребята, давайте мы сделаем что-нибудь новенькое в столовой. Она просила ее немножечко обновить. Для начала давайте изменим цвет обоев. Можно на вот такую желтую с оттенком манго. Изменим цвет плитки. Кстати, ребята, а вы уже подписались на наш канал? Обязательно подписывайтесь. У нас вы найдете много интересных видео про котика Тома, кошечку Анжелу, говорящего песика Хэнка и многое-многое другое. Давайте изменим столешницу. Можно на вот такую, вишневого цвета, горошек. Постелим лимонно-желтый ковер. И давайте обновим кухонную мебель. Ребята, а вы часто делаете ремонт в домике у своей кошечки или котика Бубу? Если да, ставьте лайк. Вот, немножечко обновили кухню нашей кошечки. Вам нравится, ребята? Если да, ставьте свой лайк. Посмотрите, моя Бубу очень выпачкалась после игры. Нам пора ее помыть. Куда ты, Бубу? Не хочешь мыться? Какая ты сегодня у меня непослушная. Ты же очень грязная. Давай быстрее искупаемся и пойдем подбирать тебе новое платье. Ну вот, теперь можно идти переодеваться. Что же нам тебе одеть? Может, вот такое яркое? Или вот эту розовую неоновую футболочку? А может быть, вот это желтое красивое платье не нравится? А зеленое? Тоже нет. А как насчет белой рубашки в горошек? Нравится?
Ну вот, и отлично. И давай оденем вот эту розовую корону. А может, еще изменим цвет глазок? Ребята, а как вам вот такие глаза? Вам нравится наряд моей кошечки? Если да, ставьте лайк. Теперь можно и на прогулку. Наша кошечка отправилась немного погулять. Ребята, с вами был канал Мультяшки Развивашки. Подписывайтесь, ставьте ваши лайки и смотрите новые видео самыми первыми. Всем пока-пока!